Замыкание, искра, пожар, возгорание в музее Гайдара. Экспонаты, к счастью, не пострадали. Мемориальная часть не пострадала. Весь ущерб, который сейчас, в общем-то, нанесен этим событием, в общем-то, легко локализуется. Переобулся и правильно утилизировал. В городе стартовала акция «Безопасная шина». Шина относится к отходам 4-го класса опасности, поэтому их нельзя выбрасывать в окружающую среду. Через 2 дня отключат аналог 20 федеральных каналов. Перенастраивайте телевизоры на прием цифрового сигнала. Учитывая этот режим с переходом на цифру, мы готовы оказать помощь, у кого не получается настроить телевизор. «Экология души» Александр Михайлов представил авторскую программу. Дорогие личане, дорогие мои, я желаю вам света, друзей хороших. Каждому. И обязательно смотрите очередную серию мультимедийного проекта «Донары значит дарить». На конкретных примерах доказываем, героям быть просто.